эту ракету еще новыми боевыми частями, которые увеличат ее мощность до 1700 килограмм. Разрешите вам представить дальний магистральный самолет Су-214. Это мощники, которые тоже работают. Штурмовик летает на предельно малых высотах. Это модернизированный лучший пилотинг. Да. Вот СМ-3. Самолету быть невидимым для средств ПВО противника. Все самолеты, летающие со строевых частей. Здесь никаких, все там так. Да, Су-34, вам уже перевели, что у него конструкция аэродинамическая, похожа на типа ушка. Заправка воздуха. Да. Радиопрозрачное оборудование, здесь находится мощный локатор. При этом обстреливают средства активной поверхности.